Ежегодный открытый окружной турнир по слэдж-хоккею среди детских команд «Преодоление» состоялся в Ледовом дворце в Одинцове. В рамках реализации проектов «Одинцовская спортивная семья» и «Детский спорт» местные единороссы поддержали соревнования. Турнир приурочен к годовщине создания детской команды по слэдж-хоккею «Умка» физкультурно-оздоровительного клуба для спортсменов-инвалидов «Одинец». В этом году команде исполнилось 5 лет. По итогам турнира главный кубок достался команде из Тулы, а «Умка» стала обладателем кубка за волю к победе.